Год-полтора, и операцию будет делать поздно. Тебе деньги дают на операцию. Я этого человека не знаю. Сам он не появился, скрывается. Почему? Потому что в этом доме все решает один человек. Как, впрочем, и в этом городе. Не хочу быть больше калекой слепой. Я не хочу. Мне калека не нужна. И никому не нужна. Аккуратно. Я представляла себе мир совсем не так. Наш мир довольно поганое местечко. Тут очень хорошо. Как будто бы я жила здесь когда-то. Это Настя. Вы говорили, что вы любите меня, так? Мы с тобой, Золушка, едем на карете. А губернатор нас встречает золотым ключиком, как Буратино. Она тебе кто, жена? Моя вдова. Вернулись бы обратно в машину. Место здесь плохо контролируемое. Чувствую, что сильно идет. Я не боюсь, меня боятся. Меня грохнуть могут. Тут такая пальба была. Вообще. Христом Богом молю, пустите. Больно. Страшно, вы живете. А тебе ведь тоже. Зверь сидит. Убила бы меня, наверное, сейчас, да? Вас уже просто не спасти. В воздухе что-то висит. Что-то такое нехорошее. Происходит что-то.